И всем привет, ребята! С вами снова я, Эмили Мил. И да, я вернулся в этот дурацкий Роблокс, чтобы снять для вас игра в кальмара. Пишите в комментах, какое у вас число. Просто у меня сентябрь 2021 года. 31 сентября. Я не знаю, когда это видео выйдет. Чё? Зачем? Когда? Это что сейчас было? Я залагал, вот что сейчас было. Я забагался. Кстати, скоро выйдет новый трек. Меня настораживает эта музыка. Я до этого ни разу не играл, но постараюсь не опозориться перед вами. Новый Ламборгини. Новые типы. Выйдите. Начало раунда через 5. 4, 3, 2, 1. Погнали. Погнали, ребята. Не забывайте подписываться на канал. Я уже приготовился. Мне видос записывать надо. Доберитесь до финиша, где я. Что происходит? Зачем это? Где финиш? Ребята, что происходит? Куда мне надо идти? Где финиш? Почему у меня лагает? Вот. Сейчас выиграем. Тут надо на эту пул кнопку жать и все. Погнали. Я выиграл. Я так думаю. Выходим. Игра стеклянная. Приготовьтесь к игре. Я ничего не упал, ну ладно. Так, кто какой номер? Хватит лагать. Пожалуйста. Я упал. Ну, в принципе, как всегда. Как выйти? Почему все по-английски? Куда нужно нажать? Наконец-то я вышел. Я хочу поиграть в другую игру в кальмара, потому что это какая-то такая себе карта. Мне она не нравится. Так, блин. Игра в кальмара. Сейчас зайдем.
Надо какую-то выбрать, ну, допустим, вот эту. Как всегда, самое главное, это тише едешь дальше. Кто смотрел этот фильм? Я уже посмотрел все 9 частей, все. Скоро сезон выйдет. Шучу, я не смотрел этот фильм. Вообще. Ну, в будущем посмотрю. Ну, вы напишите, уже посмотрели этот фильм. Он недавно вышел. Может, когда я выпущу это видео, может, я уже посмотрю это видео? Ой, фильм. Просто сегодня... Сегодня точно сентябрь? Я запутался во время. Сегодня вроде... Сегодня не это. Подождите. Кофе сегодня. Я говорю сейчас это... Я говорю то, что сейчас это... Сентябрь, 31. Вот сегодня уже это... Октябрь, 1 или 2 октября, я уже не помню. Я не слежу за это. Следующая игра «Сахарный суд». Недавно вышла игра, уже так много карт в Роблоксе. Как вырезать? Я не умею. Доберитесь до финиша. А за что там убивают людей? Они же еще ничего не вырезали. Или тут нужно тупо добраться до финиша? Добрался я до финиша, ребят. Мне не нравится, если честно. Есть еще карты? Вот, игра в кальмару. Бета. Надеюсь, она не платная. Потому что она бета. Так, поехали. Поехала, тарантайка. Долго ждать? Что это значит? Что это такое? Зачем это? Как, пацаны, здесь можно играть? Что нужно делать, пацаны? Да, я... Ну, тут нужно за другими следить. Вон они проходят. А, и скоро наш начнется, да? А как посмотреть, за мной кто-то следит или нет? Скоро уже наш будет, да? А, через 2 секунды, вон там пацанчик стоял. О, что делать? Тише здесь. Погнали. Так, как я так в тайминг? А время-то идет, ребят. Но я думаю, я успею бежать. Блин. Ну как так можно было? Сколько у них там еще? Понятно. Понятно. Когда у вас игра закончится? Короче, когда игра начнется? Ладно, я погнала на эту точку. Надеюсь, то, что уже скоро будет игра.
50 сек? А, минута. А пока идет минута, я с вами поговорю. Почему вы не подписаны? Понимаете? 49. Так как приблизить? 49,9% людей смотрят мои видео без подписки. Пацаны, подожди, меня забыли, подождите. О, появился. Скоро пойдем. Время. Вот так вот достаточно. Пиас ты мне, а? Блин, зачем я пошел, Емель, ты дурак, зачем ты это сделал? Кто знает песню? Да какая тут песня? Игра в кальмара. Куда можно зайти, ребят? Посоветуйте, вот сюда давайте. Посоветуйте мне карты в игру в кальмара. Просто сейчас это популярно. А я не записываю. Кстати, ссылочка будет в описании. Вроде бы, не знаю. Короче, ждите меня. Что происходит? Пуш. Зачем? А мне дадут поиграть. А, вон время, ребят. 18, 17, 16, 15. 14, 13, 12, 11, 10. Давай 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Все, играть. Play. Я не хочу донатить. Ой, я через минуту. Мы начнем. Что значит? Ну, допустим, вот. Песенка. Что я несу в руку?